Всем доброе утро. Ты на кого там лаешь? Ой, вроде бы, знаете, и солнце светит, и все хорошо. Дубак. Ветер ледяной. Зима, блин, в середине апреля. Меня прямо это уже усиленно угнетает. Хочется, не знаю, одеть что-то уже другое. Надоело, в принципе, уже зима-то. А нет, не уходит. Сегодня утром ехала, обогреватель включила в машине. Замерзла, пипец. Вот на солнышке хорошо. Чуть уйдешь в тенек и все. Холодрыга. И такую погоду обещают до середины следующей недели. А на следующей неделе страстная неделя. Ну, святая Семана Санта. У нас святая неделя после Пасхи, а у них до Пасхи. В общем, не знаю. Солнышко светит, но толку от этого солнышка никакого. Точнее, нет. Вот тут, если сядешь, то прям хорошо. Так, знаете, по-зимнему. Солнце какое-то зимнее. Да, моя рыба, пошли работать. В общем, пожаловалась на погодку. Смотрите, здесь тоже. Ой, куда он там? За голубями. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Ой, ну самый красивый собака у меня на свете. Ну самый красивый. Ты самый... Ну что ты такой красивый мне достался вообще, а? Ты что такой красивый мне достался? Вообще, ну надо же вот так мне повезло, чтобы повезло, и мне вот такая вот красивая собака досталась. Самый красивый в мире мальчик. Правда ведь? Мне кажется, даже декабрист зацветает, потому что погода декабрьская. Смотрите, какая красота. Главное, на этой стороне только цветы, видите? Тут один, тут прям много. А на той стороне нету. Заходи. Красота. У меня дома тоже один маленький, вон он. Ну, там цветочек один есть. А этот я что-то вообще не поняла юмора. Что с ним? Поливаю его, но он что-то как-то высох весь. Видите? Только хожу, собираю. Он какой-то, знаете, уже достался мне вот с такими листьями сухими. Как-то странный. Ну, не знаю. Посмотрим. Одни цветут, другие вянут. Так, мне должны позвонить. У меня здесь, знаете, как бермудский треугольник. Не во всех сети, в общем, нету во многих местах. Поэтому телефон нужно класть именно в те места, где сеть есть. Поэтому я многих моих клиенткам говорю, чтобы они мне слали WhatsApp. Потому что интернет у меня тут есть, говорю. А телефон чуть положишь не в то место, все, пипец, связи нету. А мне так, мне позвонить должны. Твою мать. Вот это вот меня бесит, вот это вот раздеваться, блин, в середине апреля. Вот, позвонить должны, поэтому телефон положим в те места, где есть связь. У меня ко мне сегодня родственница должна прийти на милирование. Может, я ее промилирую, а она меня подстрижет. Делаем обоюдное друг другу хорошо. Вот так. Я говорю, ну раз уж она придет, то пускай мне немножко сострижет эти кудри. Эти кудри. Не могу, аллергия прям. Вот этот глаз вообще вот тут прям все мне чешется. Поэтому так вот через день буду краситься. Ну, сегодня никуда не собираюсь. И так красивая. Тара-та-та, тара-та-та, тара-та-та. Та-та! Вот я и без своих кудрей. Ну, совсем другое дело. Покраситься еще, накраситься. И буду вообще зашибись. Нет, красить волос я не буду. Знаете, не хочу на лето красить волос. Вообще буду королевишна. Блин, ну пока не могу красить глаза, тоже прям вот тут не могу чешется. Вообще. В общем, я довольна, мы друг друга сделали красивыми. Я ее покрасила, милирование. Она меня подстригла, пока ждала милирования. Ну, да, моя рыба сладкая. Кстати, сегодня девушка в сером. Девушка в сером. И моя сладкая такая рыбка. Сейчас уже домой пойдем. Ой, ну не насмотрюсь. Нравится мне все-таки короткий волос.
чтобы не было кудрей, не знаю. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но мы должны в первую очередь нравиться себе. Потому что каждое утро, когда мы встаем, мы видим кого? Правильно, себя. Всем привет! Еще раз из дома. У нас уже далеко за обед. В общем, 5 часов уже, короче. 6-й пошел. Я тут себе сок выжимаю. Кстати, вот эти апельсины новые, которые купила, они такие сочные. Прям вообще. Буквально 2 апельсина. И уже вот стакан вот такой вот у меня. Ой-ой, куда-то упер. Наливается. Представляете? Но я его еще мешаю, этот сок апельсиновый. Добавляю, наверное, третью часть. Вот такого гранатовый. Здесь виноградный, гранат, красная смородина. Все такие дела. Потому что если пить отдельно, он какой-то терпкий такой слишком. В общем, вот так. Сейчас попью сок. И, наверное, часов 6 мы отправимся с Чарли гулять. И потом мне нужно зайти к бухгалтер. Милый-милый мой бухгалтер. Видите, какой у нас ветер? Пипец какой-то. Страсть, ураган. Как он мне задолбал этот ветер, если честно. Зайду еще в ветеринарную клинику. Чарли, нужно купить таблетку от всяких там паразитов. Его уже неделю назад еще надо было купить эту таблетку. Но я про нее и забывала. И клиника находится далеко. Относительно далеко. То есть мы там вообще даже не проходим. А ему уже надо таблеточку выпить. Да. И вот такие вот у нас планы на ветер. Я ненавижу ветер. По мне лучше дождь пускай льет, чем вот этот вот ураганный ветер холодный. Не знаю, когда все это закончится. Но нужно дела делать. Знаете, у нас тут все улицы перекрыты кругом. Что очень странно. Потому что скоро... Семана Санта, к Семане Санте обычно наоборот, все ремонтируют, все открывают, чтобы было красиво, народ приезжал, туристы. А у нас везде все перекопали. И когда я говорю все, это почти все. И эта улица, вот эта улица тоже к нам перерыта. В общем, какой-то пипец. Может быть, они успеют за эту неделю? В чем я, конечно, сомневаюсь. Но вдруг, в принципе, это только вот это вот маленький клочок. В общем, не знаю. Мы идем гулять с Чарли. Ой, так клубника пахнет. Там клубнику продают. Я, помните, в Алькампо купила клубнику. Аж 2 вида. Так вот, один у меня в холодильнике вид. Я ее, наверное, уже объелась. Пропала вчера, достала. 2 дня она лежала в холодильнике. И вся гнилая, представляете? Вообще ничего. День лежит, и все. И становится плохой. Выбросила целую упаковку, так жалко. Она, главное, с виду-то, я на нее смотрела, думаю, нормально. Открыла, она сверху нормальная, а внизу вся плохая. Странно. Вернее, ничего не странно, клубника очень быстро портится. Ой, я, знаете, на улице смотришь, как клоуны все ходят. Кто, как я, укутанный в шарфе. Ну, шарф такой легкий, конечно, это так, не как зимний. Кто идет в шортах и в майке, в короткой. В общем, пипец. Кто как ходит. Не пойми что. Ветер вроде поменялся, теплый, не такой холодный. Или хрен его знает. Или я укулеченная. В общем, не знаю. Сейчас погуляем. Сходим в ветклинику. И к бухгалтеру. Она в понедельник тогда пойду платить. В банк нужно вот в этот идти. С утра он работает. Ну, как с утра, до 2:30, наверное, да. Но я не успеваю. Либо нужно бегом, как говорится, бегом-бегом. С работы, потом сюда. Ну, у меня еще времени есть до 20 числа, поэтому в понедельник схожу, заплачу все. Ой, вот такие у нас пироги. Не поймешь погоду. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Это, кстати, гараж, в лифт для машин. Как сюда можно въехать? Не знаю, ювелирным работником надо быть.
Тут детская площадка прям в центре города. Слушай, ну не ветер прям вообще теплый. Видите, детская площадка. Здесь кафешка, все сидят. А внизу у нас подземная парковка. А по этой дороге я еду на работу. Но сегодня не смогла поехать и на этой неделе, потому что вот дорога, которую я вам показала, она перекрыта, а я там езжу на работу. Приходится объездами. Я сегодня домой тоже объездами ехала. Тут вот мы сейчас будем нарушать правила дорожного движения, потому что пешеходного перехода здесь нет. Он вот там чуть подальше. Но бывает такое, что машин мало ездит. И мы немного подождем и пробежим. Но вы так не делайте. Вы по пешеходным переходам ходите. А то еще задавят. Ну, мне же лень пару шагов пройти. Поэтому я здесь постою и подожду, блин, когда закончится этот поток машин. Вот тоже есть пешеходный переход. Люди переходят дорогу. Видите, я не одна. Даже с колясками также проходит. Вообще, мне кажется, здесь нужно сделать один такой тоже зебру. Потому что все тут ходят. Не я одна. Ой, тетивитраган какой. Вот тут у нас центр занятости. Я тут раньше отмечалась, когда не работала. Биржа труда. Я когда не работала, отмечалась, наверное, года 3 я стояла на бирже труда. Естественно, меня никто никуда не звал. Но были разные курсы, знаете, бесплатные такие. Ну, которые... Они, эти курсы так, только отучишься. Работать тебя потом все равно никуда не устраивает. И мало вероятность, что тебя куда-то позовут работать. Ну так, лишь бы заняться чем-то. Все не дома сидеть. Я хотела... Были такие курсы тоже парикмахерские, бесплатные. От Хунта де Андалусия. Вот. Но на тот момент, когда я захотела учиться, а мне же нужно было сейчас и именно сейчас, загорелась и все, хочу учиться. И на тот момент не было никаких этих курсов парикмахерских. Поэтому я пошла на платные. А так вот, да, предоставляют всякие курсы разные, бесплатные. Нужно просто ходить туда. Раз в год тебя на биржу труда вызывают, делают резюме. Хотя я, знаете, отучилась от... Нет, этот я Красный Крест тоже была. Ходила в Красный Крест. Была на... А, как это сказать-то? Отмечена. И от Красного Креста я отучилась на курсах по... Как это назвать по-русски? Вот у нас как будто санитарная книжка проходит, а здесь... Манипуладора де алиментос. То есть я могла... Курсы, на которых тебя учат, как с продуктами, правильное соседство продуктов. Эти курсы нужны для того, чтобы работать на разных... Господи, как она называется-то? Альмасены. В общем, где пакуют, сортируют фрукты и овощи. Ну или также в кафетериях разных. Тоже я бесплатно проходила. Ну, это тоже для того, чтобы не сидеть дома и заниматься чем-нибудь. У меня племянница есть. Она каждый год на эти курсы ходит бесплатные. Чем-нибудь да занимается. На кого она уже только не выучилась. Ну, они короткие такие, знаете. Ну, естественно, за бесплатно тебя ничему особенному-то не научат. Поэтому, вперед. Так, времяпровождение, знакомство с новыми людьми. Ладно, ветер уже угас, ужасно, не знаю, слышно меня, нет.
Так вот, биржа труда. Я вообще не работала до своей парикмахерской, нигде не работала. Ну, как подрабатывала, знаете, ну, неофициально. В баре, например, у нас у родственников был свой бар, я там подрабатывала выходные. Вот, еще там, где я работала. Там. Ну, в основном у родственников вот так, чтобы от безделья не страдать. И потом устроилась на бирже труда, чтобы мне работу искали, да. Но никто мне ее, естественно, не искал. Я там и переводчиков, они мне сами там предлагали всякие, ну, всякую работу, которую я хотела, да. Ну, я не хотела там, знаете, быть каким-нибудь, я не знаю, шишкой или что. Обычная работа. Ну, никуда, естественно, с кризис прям. Я приехала, кстати, в кризис. И работы никогда какой не было. Вот. И ничего никому не искала. Раз в год на биржу туда нужно ходить, отмечаться. Не, отмечаться нужно, по-моему, раз каждые 3 месяца. Но раз в год тебя вызывают, чтобы, ну, спросить там, есть ли какие-то новые знания или дополнительная информация. Ля-ля-ля, тополя, рука уже устает так держать. И вот, говорю, эти курсы. Ну, очень редко бывает. Хотя бывают, надо знать. От Красного Креста тоже очень хорошо помогают. Вот если на Красный Крест отмечаешься, там тоже есть разные курсы. Тоже можно пройти разные курсы. Ну, говорю, это все мертвому припарок. Никуда тебя на работу все равно не позовут. Потому что работы, в принципе, у нас нет. Смотрите, Чарли идет нормально. Сейчас он не хочет, что мы в клинику. И даст задний ход. Видите, уже не хочет. Ай, хочешь? Сейчас пойдем. Не очень, да? Все, хочет свалить уже. А ну, пацана. Все. Идите, вы сами скажете. Мы только за таблеткой. И... Смотрите, как он текать оттуда хочет. Блин, вот так неудача. В среду после обеда закрыто. Ну что за такой фигня? Ой. Ну, теперь в понедельник пойду куплю. Не буду же я сюда каждый раз ходить. Пипец. Собралась. Чарли уже хочет свалить оттуда подальше. Не знаю, чувствует что ли. Его там, я его на проверку вожу и на прививки. И он знает, что там ему не нравится. В общем, походу, сегодня не мой день. Стояла 2 часа, ждала и не пришел. Он в бюгалтер. Завтра приду. Вы знаете, что я ждать. Ох, как не люблю. И думаю, завтра приду, заодно таблетку опять куплю. Чарли все равно гулять надо. Блин, ну вот я лучше схожу туда-сюда, чем сидеть вот так и ждать. Я уже родственников увидела, с ними поболтала чуть-чуть, посидела на лавочке. И все. Мои, как говорится, ожидания иссякли. Иду домой. Собралась я на сегодня готовить суп из фенхеля. Уже который день. Но муж притащил от сестры вкусняшки. Он к ней заезжал, и она передала разные вкусняшки. Например, это вот килька, сделана по испанскому рецепту. Она сначала вымочена в уксусе, там несколько часов, 2 часа, по-моему. А потом, ну, естественно, сначала очень хорошо чистится. Вот, вымачивается в уксусе до белизны. Потом добавляется чеснок и оливковое масло. И все это вот заливается оливковым маслом. И вот такая вкусняшка. Потом она прислала вот такой суп из фасоли. Который я хотела фасолевый суп готовить. Вот такой фасолевый суп. Но он тут, по-моему, с рисом, со всеми делами. И жареные помидоры. А вот жареные помидоры. Я так думаю, что они без мяса. Потому что обычно такие тоже готовятся с мясом. Угу. Нет, это натуральные помидоры. Ну как жареные? Типа жареные. Типа томатной пасты домашней. Я, наверное, завтра приготовлю. Потому что вот это я не очень хочу. Это муж пускай ест.
А вот с этим я приготовлю макароны. То есть еды есть, представляете? Ну что, мне опять выбрасывать? Нет, конечно. Вот, что-то нас балует. Второй раз в неделю. Ой. Ну, вообще, я уже повторяла, что раньше она вообще нас часто подкармливала. Особенно, когда я не хотела есть готовить. Она была соседкой нашей, прям дверь в дверь. И когда я не хотела готовить, я всегда мужу говорила, иди посмотри, что там у тебя. У сестры еда какая есть. И каждый раз, как он к ней ходил, сестра уже знала, что он пришел за харчами. А сейчас мы далеко живем, но вот он у них вчера ездил к ним, там кое-какие дела делать. И вот она передала разных вкусняшек. Так что, видите, на завтра еда есть. Сейчас арбузика поем. Вкусный, зараза, прям вообще попадается. Обалденный. Сейчас я его порежу. И вот у меня такой будет ужин. Арбузик. И все. И больше не буду я ничего ужинать. Блин, ну что ж за невезуха такая, а? Ни таблетку не купила. Это, наверное, специально, чтобы я завтра еще пошла туда. Завтра еще тогда пройдемся. Что ж делать-то? Так, не мой день сегодня был. Ладно, буду ужинать. Я уже почти смонтировала. Осталась только заключительную часть. Это прощание с вами. Я не знаю, мне кажется, что влог нужно начинать... Сейчас буду чихнуть. Влог нужно начинать с приветствия и с прощания. Ну, я так думаю. Все-таки у меня такое ощущение, что я с кем-то общаюсь, да, не просто камеру держу. У меня в моем понимании, что там кто-то, там люди, а с людьми нужно здороваться. Ну, так воспитывают людей, да, что нужно здороваться и прощаться. Так вот, я включила, чтобы с вами попрощаться. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас четверг уже. Какие планы? Опять к бухгалтеру и за таблеткой Чарли. Как это? Дежавю? Да. Ну, ничего, у нас есть пока время. Будем ходить, будем гулять. Может, и добьемся своего, как говорится. Но завтра я пойду попозже. Прям в 7 из дома выйду, чтобы часов 8. Просто бухгалтер находится на своем работе, ну вот именно там, куда мы заходим за документами, видимо, у него есть еще одно место, и там он находится всего 2 часа, с 7 до 9. Но, видимо, у него были сегодня какие-то другие дела, и в 7 он не появился, и ждать долго я не хотела. Ну, завтра пойду в 8. Вот. Так что встретимся с вами завтра. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. За все спасибо вам огромное. Всего самого лучшего и всем пока-пока, до завтра.